последнем выпуске я рассказал в своем альбоме «Старый бегун». Лев на тон, опа! Смотри, подписывайся на канал, покупай футболку «Хивайт». Также есть футболки «Тон Апарт». Цена каждой футболки по 300 гривен. Все, пока-пока. Это репресс 2020. Как он выглядит, ты уже увидел. Ссылочка на промо-версию для ознакомления сейчас появится в правом верхнем. Сейчас. Появилось. Переходи, слушай. Вот так выглядит этот шедевр, можно сказать. Тут этот ЕПшник содержит синглы разных лет. Значит, интро это я наиграл на клавишах. Вот эта песня «Рычащие ветры». Здесь принимали участие на барабанах Дисмал. Потом на басу Герман Мальд. На ритм-гитаре я. Если придумал я, потом на соло-гитаре Эстери. Вот, эффекты это тоже Герман Мальт придумал, вот эти вот. И на вокале Родослов. Вот. Следующая песня это Хуман. Сейчас вот будет Хуман. По-моему, да? Да, Хуман. Здесь на ритм-гитаре песню придумал я, на вокале Родослов. Так, барабаны, басы Вигард, клавиши это Пэтрик. Вот, не тот Патрик, нет, не Патрик, его может он другой, Пэтрик, ну он так тебя называет, Пэтрик, да, Пэтрик, вот, то есть получается, «Рычащие ветры» было записано в 2015 году, 13 февраля. Вот, да, такая значительная дата, пятница 13-я. Эта песня «Хуман» была записана в 2012 году, по-моему, да. Вот. Класс, офигенно. Вот. Потом будет песня. Потом будет, по-моему, «Старый Рубикон», живое выступление, так сказать. Там на барабанах Томас, который играл чистой экранации. У меня в «Хигевальд» потом играл, ну, в «Тойн Апарт» играл. Вот записали мы с ним одну песню. И я на ритм-гитаре там. И Родослов на вокале. Вот. И пятая тема. Это аутро, то есть моя, то есть продолжение интро. Продолжение интро, я, Демоника, была такая Демоника, не знаю, есть она сейчас или нет. Вот, Демоника, она у меня на синтезаторе здесь дома сыграла, придумала
свою версию и сыграла охрененная классная Black Outro. Вот. Вот так, обложки, обложка — это фотографии мои, да. Я занимаюсь фотографией. Кстати, да, переходи вот на каналчик по уточкам, сейчас появится канал с утками, я снимаю уточек, вот, переходи. Вот, то есть я занимаюсь фотографией, ну, не очень профессионально, но любительской, да, скажем так, вот. И снимаю всякие, да, предыдущий альбом ты тоже видел, там тоже все вот эти фоны, там мои фотографии, да. Вот. Переходи по ссылочке сейчас на канал с котами. Я тоже снимаю кошечек еще. Сейчас вот появится ссылочка на канал с кошками, да. Ну все, подписывайся на канал. Ну, оформление сам сделал, да, в программе одной. Это самое, тираж 20 экземпляров, да, 2020 года. Цена тут 200 гривен. Все, то есть, или 8 баксов. Все, подписывайся на канал. Пока-пока. Metal DVD. Сегодня я скажу о своих похождениях. Ого, мне наконец-то подкинул Динджаб за просмотры, за рекламу продукции борьбы с христианством. Вот. Смотри, сколько бабла теперь, блин. Кстати, вот хожу тоже в этой футболке. И тоже люди, блин, улыбятся. Что-то им смешно, блин, а? Так, продаю такие футболочки, вот ты видел. Рамштайн, 250 гривен, ты видел. Кис, 230 гривен, такая же новенькая, как на мне, вот. Мэрин Мэнсон, ты видел только что. Стоит 200 гривен, двусторонняя. И Red Hot Chili Peppers. Стоит также 200 гривен односторонняя. Не буду говорить, потому что сейчас это хренантин, как она называется, правильно, вот. И кигеваль стоит 14 евриков. Вот, так что слава Гуглу за бабло. Вот. Бабло правит миром. Вот, бабло. Вот. Ну, все, подписывайся на мой канал, становись моим миллиардным подписчиком. Гугл вот прислал кучу бабла. Смотри, сколько бабла, блин, а, зелененького. Вот. Ну, все, пока-пока. Покупай шмотки, заказывай. Вон бабла столько, видал? Баксики. Money.